Нет, хотя к нам толкают. Меня держит тут медведь. Вы чё? Гага. Как? Тут все наши были, они уже забили даже. Ладно, наливаю в тильте. А блин, нафиг это яйцо добавили? Оно... Зачем оно вторым падает вообще? Зачем? Я тоже хотел. И 5 дает. Боли, типа, это вообще дохренище. Причем свои забили. Да там есть челы, которые... О, мячи, бегу, толкаю. И все, и просто вперед его толкают. Чел, который мне помешал забить мяч, вот этот свой тоже, 2-5-9-9. Я тебя запомнил, честно, в чате, блин, отпишись. Fall Guy 2-5-9-9. Есть такой ник в чате, чуваки? Стримснайпер по-любому, нахер он руин. У меня в футболе 1-11 выигрывают, это шанс, яйцо шанс на камбэк. Ага. То есть ты проигрываешь 1-11, тут яйцо, и ты такой, на, и камбэк, да? 5 забил, и тут еще 5. И потом еще одно сразу же внезапно играть научить. Да не, хрень. Оно хотя бы не должно, ну прям сразу падать. То есть начинается душнина, все просто... Все бегают, одно и то же делают. Пихаются в одно. Это, кстати, не сильно сбивает, на самом деле. Можно вообще хер залить. По краешку, типа, вот так. Да. Повезет. Ух ты, что-то я чуть не облажался. О! Ну, я тут сейчас лежу жестко там. Везло, типа, везло. Да там какие-то баги. То есть ты как будто меня 100 раз толкнул, но при этом ничего не произошло. Блин, почему люди говорят, что это игра для детей? Ну, я вот не дети, вот а ты. Я тоже вроде нет. Смотрим теперь, знаете, как это в мемах на. Теперь смотрим на вас сейчас, типа, в камеру. Вроде тоже нет. О чем вы? Для детей, я уже говорил, до такая эсочка. Там, тиктоки. А эта игра вообще не для детей, ребят, для взрослых. Посмотрите стрим Мел, он там... Я зарофлил, Мел там матом заорал, его чел стопнул, когда перед ними бежал чел. Ну, короче, просто заруинил себе и Мелу. Он заорал матом, и там кто-то зашел, я так понял, жена, и у его дочери, типа, гости были, понял? А я уже в чат писал, типа, это, я думаю, сейчас... И, короче, о, это... Какая ситуация неловкая. А он прям там от души прям вообще такой. Я зарядку делаю в момент. Блин, а где эта мапа с кручением? Мы хотели скидывать пати с тобой, но... Да как обычно, типа. Футбик, блин. Я там кучу раз вообще была. Как в пати пошли и не попадают. Один раз было, по-моему, только. В смысле? Так, в смысле? Почему сомнения у людей? Так, вишня, яблоко. А чем ты сейчас запоминаешь? Ну просто. А-а-а. На всякий случай. Чтобы запутаться. Виноградик, пожалуйста. Спасибо. Вы что, рофлите флешки? А, там тоже был? Да. Что-то я попутал. Капец, ты меня сейчас. А я что-то. Ну, я четко увидел Дани, а ближний даже не обратил внимания на него. Поэтому я что-то думал, что это у вас там произошел казус. Арбузик? Где? О! Я не знаю. Вот ко всем бегу. Нет, почему вы тут стояли всемером? Нет, чел, они всемером там стояли. Я видел это. Вот поэтому надо запоминать. Ну я, не, ну я старался, но я запомнил 3 других. У меня... какой у тебя номер? Как у тебя никнейм? 3520 или какой-то, да, 3520. Все, погнали.
Почему дреды в пати не берем? Ну, потому что мы не играем в Хитмана. Или что? Он его прошел Хитмана? Блин, флешка там, или кто там спидранит? Ты? Слушай, не ты думал о спидране Хитмана? Не думал. Я просто играл, я там все части проходил, кроме последних двух. А спидранить не. 25-20, да? 35-20. Чужа. Как 1337 и 1488 есть. Слушай, ты меня обманул, нет ты. Что? Что обманул? 35-20 нет. Как это нет? Я пролистал. Первый сам. А, ты уже добежал тебе? Я пока листал. Бежал, но мне помешал там чуть-чуть. Ну нормально. Я справился. Ты его три раза скипнул, ладно, извините. Я, может быть, и цифры не могу запомнить. 37-40, правильно? Я, короче, темненький с белым огоньком, если что. А, вижу, это сверху слева, да? Ну, у меня есть слева снизу. Это, а, походу, забавно. Забавно. О, ну тут как бы... Так, смотрю за тобой. Я тебе могу с твоей стороны смотреть в какую-то сторону, чтобы тебе инфишку давать. Неплохо, неплохо. Это золотой было последнее? Не, вроде нет, обычно. Так, короче, в позицию. Вон наверху золотой, ёб твою медь! Ой, там голубь долго думал, если чё. Наверху два. Справа сразу. Mm-hmm. Перед тобой. Смотри. Найс. Твоё. Как же он пытался синий-то. Наверху есть одно, будет оно, там один чел бежит. Твоё. Снизу тяжело запрыгнуть. Блин, вот тут, кстати, можно научиться как-то снизу запрыгивать, мне кажется. Золотой 5 дает, ребят. Хакой, спасибо большое за 7 месяц подписки, спасибо большое. Я тут вообще капец уже насобирал. Хорошая прям катуля такая. Блин, и он все равно взял, я даже за жопу его схватил. Все равно успел. Блин, я бы не сказал, что у нас отрыв такой большой. Прям. Да, шикарный, 29 у него. 14 секунд. Угу. Найс. Самое жесткое из таких раундов это пятнашки, наверное. Там просто половина сразу отваливается. Пятнашки? Ну это где там... бежать-то вперед? Салить всех надо. Типа, чтобы. А, да. Я сегодня заляпал семерых и проиграл. Через секунд 10. 20-20 был бой, я в соляново ляпаю семерых и проигрываю. Инфишку надо тебе тут давать какую-то или нет? Да не, душой буду просто играть. Я тебе буду говорить, если кто-то над тобой. Вот это, мне кажется, ты зря делаешь, кстати. Вот. Да, это в начале, на самом деле.
Я говорю, я много раз очень побеждал, просто падая вниз и просто дырку делая в середине. Ну да, но чел на второй платформе может один остаться и всю игру там сидеть. Ну это да, но поэтому я теперь стараюсь сверху, еще не повезло, упал просто. Перед тобой трое, можно их обрезать. Перед тобой трое, идут к тебе, один к тебе идет. Да. Под тобой есть пол сзади. Фиолетовый. Блин, тут, наверное, на желтых, хотя... До желтых можно? Нет, нельзя уже, все, забей. Желтых нет. Кроме этих трех. Походу, просто уже на шару надо. Сейчас скажу, есть ли кто-то наверху. Так, наверху один чел, он сейчас упадет. Все внизу, все внизу. Жесть, вакханалия. Ну да, тут... Да, лайки. Блин, а у меня был шанс. Я просто не смог допрыгнуть. Такой нырнул динозаврик. А кто, он выиграл или тот? Нет, тот. Там очень клоус было. Да. Динозаврик прям упал перед этим. А у этого последняя клетка была. А, сеньор, спасибо большое за 25 месяц. Спасибо большое. Здорово, Жан. Здорово. Нормальный чат. Сегодня без короны что-то, конечно. Забавно, блин. У меня... Кто-то пишет, что нельзя депать на Poker Stars с российских карт, но это, видимо, какой-то определенный баг. Тут капец место решает. Каким-то стартуешь. Если ты в самом конце, то можешь просто вообще не добежать. Слушай, а мне тут всегда кайф. Я просто не тороплюсь. Вот когда она все уже суицидит людей, просто надо немного подождать. Все хорошо, все хорошо. Потом прыгаешь сюда, нормально. У меня просто много раз было такое, что в начале она полностью ответственная и ничего не сделает, а потом ты еще подбегаешь, стоишь на одном пути, а прыгают все на другом, и она не наклоняется. Да? Не знаю, я в это всегда не... Я вообще тут не спешу и... Типа... Ну, я не знаю. Интересно, стату кар, да, тоже посмотрю. Чего они стату не добавили? Как... Почему я нокнулся? Почему? Типа, чел передо мной был или что? Очень странный нокдаун был. Тут по КД бывает, ты просто можешь даже прыгнуть и катишься как колобок сразу с ней все вниз. Короче, стату по картам посмотреть, реально свою лучшую сигнатурочку, реально было бы круто ведь. Блин, я вот реально не понимаю, это такие простые вещи, которые как бы нравятся всем. Вот посмотреть стату, типа на время что-то пройти там. Ну, пока они добавляют массу скинов. Ну, не знаю, надеюсь... Опять нокнулся просто так, блин, мимо. Надеюсь, они будут добавлять не только вот эти приколы, не только скины, а вот эти тоже. Действительно? Ну, блин, это кажется очевидным, но не знаю почему. Может, это слишком много ресурсов там требует или еще что. Херово. Но это как рейтинг в большинстве там компетитив игр каких-то. Просто не добавляют сразу, и игра умирает просто из-за этого. Потому что там неинтересный. Ну, да. Патч на стату денег не принесет. Ну, напрямую, во-первых, да, во-вторых, а новые скины за короны что, денег приносят? Тоже не приносят.
Да, они вроде только монетки продают. Корону нельзя купить. Ну, блин, пистолетом. Командные хвосты ультра вообще рандом. Ну, у меня тут есть три икса, там с молоточка улететь куда-нибудь на центр. Почти до центра долетаю. Так, а, я на... за угловой молоточек обычный просто там чилю. Очень часто работает. Что, погнали ловить кого-нибудь? Между нами тает лед, сзади тебя прям. Ага. Схватил. Так, ладно, я тогда самостоятельную карьеру строю. Да-да. Ты мой! На центре хвостик есть, чел стоит и стена. У меня есть, у меня есть. Сок. Чего я сейчас тут, по-моему? О, здорово. Здорово. Вот смотри, вот так вот. Оп! Пиу! Да я видел. Если чётенько сделать, прям до центра долетаешь. То есть Челси бежит за тобой, он сообразить, ну, он, ну, он не успевает. Это никак он тебя не догонит. Я просто не особо люблю падать, потому что... Ну, на рандоме просто рядом с тобой кто-то может оказаться. А вообще, почти никогда люди не реагируют. Да ё-моё. Я тебе могу помочь. Давай я его это попробую подержать. Блин. Нормально, 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 блин. Сейчас я его догоню. Он мой. 5 секунд еще. Блин, тот самый хвостик на рандоме, чел, я его не взял. А вот этот взял. Да как это возможно? Ну, как чел нокнутый тут же забирает хвост? Как? Каким образом? Просто бегу вплотную челу и не могу его схватить за хвост. Сам же так делал. Так, во-первых, что это такое вообще? Я так делал, я и говорю, ну это лол, это так, ну типа, это как это возможно? Я футбол хочу. Или сталкивать. Футбол или сталкивать. Ну, я тоже садю, кстати. Грифок, спасибо большое за 10 минут. Сталкивать это самое веселое в футболе, просто это что-то. Мы вроде выигрывали жестко, но. Фокс Мадлю. Последний раз вот это с яйцом я что-то тильтанул прям с этого. С яйца. О, блин, мы за синих. Да, забей, тут нормально. Да, мы по центру, и все руинят нам, блин. Да, сам. Господи, что за дизмораль? Мы только поехали, уже дизморалится. Жесть, тиммейт, блин, конечно. Ну, просто самый кайф, типа, по бокам, ты просто в сторону пихаешь к стене, и все. Ты руинить пошел? Да-да-да, ну, в смысле руинить, я побеждать пошел. Там просто золотые немного обгоняют нас. Я оттащу, попробую. Давай-давай. Так, мы скинули. Я золотым руиню. Тут надо, короче, туловище подставлять и... Да, но... Там это, я красным, красным надо, красным блочить надо. Бегу. О, я просто заблочил. Меня отталкивают. Nice. О, кайф. Найс, найс, найс. Найс, 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 найс. Шестнадцать, кстати, уже может быть финала, да? А, не знаю, мне больше 15, по-моему, не было на плитках каких-нибудь. Что-то много. Сейчас что-нибудь командное, скорее всего, будет. Ну, футбол или... О, да. Ну. Тут самое кайфовое, когда в конце вот эта змейка в середине. Когда не прыгать надо, а змейки, там до хрена обычно людей падает. Вот меня на ней в шестером просто вперед вылетело.
Но он, наверное, самый прикольный. Никого. А есть картошка просто вареный, знаешь, такой картофель? Типа, не мытый даже, может быть. А, нет, такой нет. Блин, был бы угар. Ну, по форме, да, подошла бы, кстати. Охренеть, найс! Ну, если это не пинг, чуваки, то что это? Ты упал, что ли? Не, а, я засейвился, но с какого расстояния меня затянул... А, то есть меня поймал чел, и меня телепнуло на пол, наверное, платформы. На половину. То есть я уже добежал на своем экране до края стенки, но в итоге меня телепнуло назад. Тебе просто повезло, что нет, не заживало. У меня бывало, просто под нее попадаешь, и все, как бы бега. Не выпускает. Да, у меня тоже такое. Блин, ну вот на самом деле поэтому в этой игре не нужны никакие турниры и ничего такого, потому что по фану-то это угарно, типа, если ты будешь хотеть сильно победить и будет какая-то залупа такая происходить, это супер неприятно. Ну, по крайней мере, пока это не фиксано, а это вряд ли фиксано. Я уже это... О, кто-то упал. Слушай, дофига народу упал вроде. Я, кстати, видел чела, который наверху стоял на этих платформах, бежал вперед, прикинь, вот в конце. Но, походу, его закинул, он прыгнул с кого-то. Тоже. Это жестко было, это жестко было. В конце укачало чуть-чуть, мне казалось, что наша платформа двигается. Да, стоят. Да, есть такое, есть такое. Там очень легко, говорит, подсадить как-то. Очень легко, блин, ну звучит как надо попробовать, если это очень легко. Опять так, это. Я впереди. Ой. С шансом 66%. Я с шансом 69. В смысле? Я прям посередине. Так это 100 назад. Я просто, я видел три пеликанчика этих, я поэтому сказал. А, из-за этого понял. Не, я по позиции, я думал... Так, я первый двигаю, я налево пошел, чел. Я на... Право. Да чё ж ты... Все, я обосрался. Я не знаю, как их открывать, я тут не был. Ну, Так, ну... Давай, чел, пока... беги. И это. Ты первый, слева пеликаны и сосуд. Ты если обходишь. О, ну я вообще прям хорошо иду. Блин, тут правда корон не по таймингу немного. Ты не вроде... взял, да? Вроде взял. Так, у меня пеликан, лол. У меня пеликан ближе был. Слушай, а первую штуку тут как проходить? Ее толкать надо или что с ней делать вообще? Ну, обычно, если ты первый бежишь и толкаешь, то ты в дерьме. Нужно бежать туда, где шарик развернет ее. Понял, понял. Я просто... Я тут, по-моему, один раз побеждал, но... Такое. Найс, найс. Корона в команде. У Алохи были два победителя в одной игре. А они как? Они типа вдвоем стояли или что? Два победителя? Типа в короне именно? Ну, я не знаю, вот я спросил, сейчас посмотрим. Ну, это можно одновременно как-то. Жесть. Одного показали, но дали обоим. А как он это понял? Или типа показали не Алоху, а дали Алохе? Может, Алохе за левел дали? Он подумал, что это... Хотя вряд ли, типа, он вроде дофига играл. Жан, а это у всех тут пинг плохой. Тут как повезет. Вообще региональные серваки, мне кажется, клево. Тем народу все равно слишком много, то есть все равно набираться будут. Хотя поток дичайший, да? Типа отлетает. Ну, с другой стороны, как и во всех играх. Но пока что лучший батл рояль, если что. Согу. Главное, чтобы саундхоп сюда не добавили.
Блин, который раз убеждаю, что просто, чтобы вот в этих не отлетать, надо просто не торопиться на самом деле. Да. Просто спокойно я смотреть, кто сломает и все. Он просто все подряд ломает. А, нет, я сглазил ему. Че, с какой? По центру. Изи. Ага. Я сейчас еще и отлечу. Блин, я бы ему на бошку упал, я бы первый прибежал. Нормас. Battlefield Firestorm. Блин, обидно, что... Я до сих пор, мне кажется... Ну, он уже умер, этот режим, наверняка. Но я думаю, я до сих пор не пофиксили лут, который там падал. Блин, Firestorm выглядел классно. Battlefield мне супер нравился. Но играть мертвую игру тяжело тоже, конечно. Собственно, поэтому... А? Я так и не попробовал. Ну, у тебя смотрел, ну, прикольно было, что все. В смысле, взрывает. Firestorm ты так и не попробовал? Не-не-не. А что, у тебя не было батлы или что? Ну да, батлу не хотел покупать. А, типа, ну да. Да, не, он классно был, дома там сносило угарно. В принципе, ТТК мне нравился. Маловато деревьев было, да, в основном были поля, и негде было спрятаться и клево сыграть, так сказать. Приходилось всегда принимать бой и... все такое, но в целом было клевенько. Лут это был бич игры, его так инфекционули, я так понял. Жан, спасибо большое. А что там, большое, там мало лута типа было? Нет, там, когда убиваешь чела, из него выпадает вакханалия просто какая-то, и ты ничего подобрать не можешь. То есть там самый худший ну я не знаю, как это называется, дизайн лутинга вот. Аккуратно, не спеши. Блин, ну тут первая лава очень быстро проходит. То есть один фейл, и все, и ты зафейлил. Кстати, можно сразу сюда запрыгивать, если что, направо. Я знаю, а я говорю, я не тороплюсь на этих уровнях. Я просто спокойно бегу и... Короче, если ты не идешь на первое место, типа, я не вижу смысла торопиться. Уровень игры не такой, что, знаешь, можно не успеть. Ёб твою мать! Мне кажется, просто все прыгают налево, из-за этого там толкаются, и потом хрен прыгнешь. А направо, типа, быстрее сразу. Да, но направо ты играешь Йола, если ты немного не затаймишь и прыгнешь направо, и она тебя столкнет, ты вообще в полной жопе. Правильно? Ну, или тайминг... там нет тайминга, ты там просто на... Нет. Да не, нет, тайминг всегда есть, они же с разной скоростью двигаются, типа, они могут одновременно вообще... У меня спокойненько на чилочке. Сейчас еще сталкивать буду. Руинит или не руинит? Он так это развернулся странно. Че, будем говнарями? Блин, это такой какой-то модный, блин. Давай, давай. Так, главное. Чел. О, вот меня толкнуло, вот как так, вот как это делается? Жесть, он тебя толкнул, на рандоме как-то, так, надо бегать. Кстати, что, засал что ли? Ну, там что-то много бежало. Слышь, ты, попугай, а где костюм взял? Где костюм взял, говори. А, сука. Там еще один. Блин. Ладно. А, ну тут норм. Здорово, Ливенс. 13 прошло. Вот сейчас может, кстати, финал быть. Здорово. Нормально. Хотя скорее футбол какой-нибудь. Чуваки, а меня кто-то хастанул или ботов накрутил? Или кто-то вырубил стрим? Почему? Да, сейчас плитки будут, скорее всего. Почти гарантированно плитки будут. Или... А, ну забег тоже может быть. А, Мэл офнул, понял. Здорово, Мэловским. Здорово, Мэловским. Привет, пацаны. Без 250, но все равно здорово. О! Не, у меня даже... Получается, в конце хвостик будет, чел. Град с тебя. Хотя если будет 7, а не 6, то может и плитки. Так, мы за... Кого? Если я не вижу, мы за желтых. А, нет. Но нас больше на одного. Хотя я столько раз лузал в меньшинстве. Ой, в большинстве, типа... Такое. Так, что мы после этой будем пати докомплектовывать? Андрей вроде с Хитмана вышел уже в эту игру. Можем... Демо. Так, чел, я сдаюсь, иду на центр просто. Это был слишком хороший удар от него. Я прыгнул тоже. И тут еще... Ах, это нет. Я сори. Я сейчас... Не, он очень хорошо прыгнул, он первый прыгнул. Блин, зачем столько синих-то сюда? Че, мы опять футбол сосем? Хотя мы первую нормально выиграли, ладно. Будем вспоминать только хорошее.
С первым мы 12-0 выиграли. Походу нам карма. То, что мы унизили людей. Обидели. Блин, тут пинг жестко чувствуется. А, ну это... ноль человек за мячом побежал, я понял. Ну я в защиту встал. Лучшая защита — это атака. Так, все, я повел вперед. Ой, они... у них тоже это дурачки какие-то. Давай, братан, вратарь, на выходе сработал. Так, перекинул, флешка твой. Ой, там закатился, заходился, я на центре, никого на центре, сейчас будет гол. Да. А как они респятся, я не понимаю. Они прыгают вниз в воротах. А-а-а, грамотно, слушай, я даже не подумал об этом. Не, можно, о-о-о, я вроде сделал это. Хорошо. Давай, чел, я на центре, сейчас забиваю, следующий. На! На, сука! Есть! Сука. Они... успеет, возможно. Сука, да как так? Ну, я кривоват, конечно, дал, но... Распасовочку. Я держу тело. Да, ага. Блин, у меня пин дерьмо, чел, я просто в мяч вообще ничего ему не делаю. Ноль дэмэджа. Ладно, 2-2, я по это, дефенсивнее сыграю. Блин, я тоже так, насквозь... На вратаря. Просто... ну, это просто ужас какой. Вратарь, надеюсь... вратарь, бога ради. Еще, сучка. Ой, все, это... Спасешь? Не, я на месте. На месте, понял. Еще летит, залупа какая-то. Андрей, ребят, если Дред хочет, пусть к нам в этот заходит, в Дискорд. Так, все, теперь не будет дополнительного мяча до первого гола. Блин, да как же они бьют постоянно? Yes! Блин, как настоящий футбол. Все, чуваки, я теперь буду футболистом. Короче, буду настоящий футбол смотреть, играть, бегать там. Носки менять, что они еще делают. 7 осталось. 7. Да, это плитки, скорее всего, да? Да. Думаю, да. Стоять в центре, но я серединный игрок, потому что... Да. Блин, готов поспорить, что опять кто-то из нас на голову упадет другому. Вот это прям классик. Не знаю почему. Прям совершенно случайно. Ё-моё, у вас попадало тут щелики. Блин, задроты какие-то в лобби, никто не попадал. До сих пор синяя платформа цела. О, пошло дело. У меня вообще очень хороший шанс, только если я там заруиню. Ну ты ж постарайся. Заруинить? Блин, там чел внизу просто бегает и все убивает, короче. Нам по ситуации снизу. А, последнего пола нет вообще.
Если ты последний, можешь это... Че, у тебя много там? Ну так. Хотя, блин... В смысле, я борюсь. Да, все, у меня кончились плитки внизу. Но у меня последние две наверху. Я там высоко прям был еще. Да, ну там было, как его называется... Блин, вроде чат у меня не было плохого момента, да, какого-то. В самом верху я как-то упал. У меня очень повезло, я там был на третий или на четвертый какой-то, на синий, она почти фулл вообще была. У нас сам по себе просто небольшая. Че, Андрей будет или че, чат? Андрей что-то вообще говорил по поводу этого? У меня еще полтора часик, в принципе, в пати, ну, не так. Все равно приходится иногда ждать, но довольно это, довольно чинно. Катку, типа, вроде как. У него кругляшки там. А, подожди, я же могу просто его пригласить, он захочет, зайдет. Лоу. В самом низу был вариант, где больше было бы клиток. А, ну, я не видел, я вверху вроде приметил что-то и упал туда, и все. Не пробовал сразу вниз падать и уничтожать весь нижний этаж. Ну вон челы вниз прыгнули втроем, уничтожили нижний этаж, уничтожили сами себя. В итоге я упал после них, чуть-чуть попрыгал, а флешка наверху попрыгал. Вот как бы так их и заканчивает судьба. Че, стартуем? Ну да, раз Андрюх там играет. Скин с волком? Ну волк это самый первый. Да, опять меня на кашлину пробивает что-то. Сосу тогда. Приятно. Да, спасибо. Так, регистрация на турнир через час 20. Откроется как раз сейчас 20, поиграем. Я, наверное, потом, если не НДС, уже в покер пойду. Или может быть, посмотрим как. Мне пока откровенно, вот прям супер, не нравится ни один скин, что прям вот очень нравился. Ну, мне, наверное, картошка только. Надо поставить, наверное, опять. Among Us? Не уверен, я даже хочу в Among Us играть. Игра супер крутая. Вроде тут от скина хитбокса не зависит, да? Ну. Обращал внимание. Заход долго. По идее, нет. Здоров, лох. Лоу, хорошо. О, легкая первая. Легкая вторая. Бургер, ну бургер прикольный, но такое. Средненько. Жан, спасибо за еще одну подарочную. Спасибо большое. Андрей соло, говорит, играет. Чат, вы спамите. Андрей соло играет. Алох уже устал от игры, говорит, пошел, я до 40 левел взял. Но Алоха, я как не проснусь, он играет, весь день играет. Алоха же это марафонист, он под 14-16 часов стримит. Ну, он там ультра запотел, типа название вот этого стрима «Количество побед». Да, блин, мне вот обычно пофиг, но, конечно, душнаторы, типа, я в первый день запускаю игру, первый раз, мне сразу, сколько побед, и весь чат, вот просто весь день, ну, я игнорю, как бы, чтобы воспитать, и вроде как забили на это, меня спрашивают, ну, это прям духатура, да. Я, кстати, я обычно скажу, спрашиваю. Ну, я тебе и сказал, ты когда зашел, сразу написал, я и сказал, что главный душнатор пришел, если ты помнишь. Блин, я попробую кого-нибудь заруинить тут. Поймать его на краю, типа. Вот беленький. Ой, беленький, давай беленько. Чел! О, тут, блин, его протолкнуло. Главное не улететь это самому. Да нет. Но белый вот это вообще опасно играет. Он постоянно с краю там, вон вообще один. Вон я, блин, его подсобило, не заживало. Так, все, уже прыгать надо. Шутки в сторону.
Но тут, кстати, как раз тоже можно зарунить, если подставить, чела зажует. Он может еще и с собой забрать там кого-то. Но рискованно. Да, да, тут ставка, типа, минимально, ничего тебе не дадут, никакой ни баунти, ничего. Блин, да, вот была бы еще стата, и за стату сколько челов ты, например, скинул. Да, руина бы жестко началась. Вот за это бы скин крысы давали, блин. Вообще идеально получается. Так у тебя готовый концепт, типа, скин крысы за руины. Валяешься. Блин, боюсь, что меня как это тебя откинет. А, все нормально. Блин, реально статрек скины, короче, еще. Чтобы там писалось, сколько скинул на тебе там. Чтобы люди боялись. Ну, на самом деле, считать это... То есть, если скид в карту добавить, это понятно. А тут наверняка это тонна геморроя, типа, чтобы система правильно считала, что это ты скинул, а не вот ты его потрогал, он упал сам потом. Да-да-да, это жестко. Так, надеюсь, не за синих. Скины за ачивки, да, нормально тебе. Чё ты опять дизморозишь, чел? Блин, ну то, вот этот чувак, который сразу вперед побежать, 19.02, это понятно, короче. Найс, тиммейт. Зачем в самом начале ты бежать? Так, все, чел, я выступаю. Уезжаю. Ну мы вообще супер отстаем, чувак. Да, да, да. Нам еще красный. Желтым, желтым надо руин. А зачем? Все, ребят, забей. Это чел убежал первый и подтолкнул желтым, чтобы ты понимал. Он оказался у них под шаром, прыгнул и перекинул шар через меня. Ой, блин, лучше бы просто АФК на старте стоял без негатива, конечно. Ну ладно, let's go, baby. Не говорю, типа, чё бы там ни было, но за синих, то что они в середине, с двух сторон их могут зажать. Нечестно. Тут должна быть карта треугольником, чтобы с трех разных сторон толкали. Тогда было бы честно. Ну да, типа она должна быть больше, прям такая с разных сторон центра. А по центру ворон какая-то. Да, да, maybe, maybe. На Верочку. За ВДВ! Не получилось. О, это либо... Что это было? Как он так... Блин, ладно, просто пролаг какой-то делал. Тут попугай на полэкрана прыгнул. Но мы его запомним. Мы запомним попугая. 8057, по-моему. Или нет, или вот этот правый, который... Не, вот этот, 3250 попугай подозрительный. Ну, я прям чувствую, что меня может заживать на этой мапе. Блин, мне показалось даже, что он бежит немного быстрее меня. Прошел? Да, да. Мне повезло, не это. В ловушку не попал там. Не затоптали. Короче, 32.50 подозрительно. Меню жму, потому что курсор мешает на экране. Чтобы курсор брать.
Так, ну это изявы. Блин, Жан, вот, вот бы у нас ливень. Вот все жалуются на Питер, что тут одни дожди. Нет ни хрена дождей, вот что я хочу сказать, блин. И что это было вообще? Лол. Текла, блин. А то жаришка, духотишка, блин, сейчас бы дождик на недельку, чтобы прям прохладненько, свежо бы было. Но нет, блин. Питер, конечно, дождливый, когда не надо, да? Вот я вот так вот понял. Ты как-то норм? Да, да. Я причем вначале упал, и последний был, но тут реально это... Я сейчас просто тебя прям потерял. А я вначале что-то споткнулся на ровном месте. Андрея можно уже не звать, он сидит, горит и ругается. Ну, это Андрей. Ну, вообще я его позвал, он сказал, он сол. За что тут ругаться? Это же игра создана, чтобы не ругаться. Так, каких каких уродов набить будем? Ну, у которых меньше всего будет после разброса. Чел, надеюсь, это не мы. Не мошни, не надо, не говори ничего. Это все твоем. Надо позитивно мыслить, понимаешь, чел? Я уверен, что если против нас Андрюха за какие-нибудь желтых, то он проиграет, а не мы. Так. Ты считаешь, что Андрюха руинер, как бы? Или что? Не, Андрюха просто знаменит своей неудачей в играх. Как вот они отбирают яйцо так, что оно не улетает? В защите никого нет, ты чё? Давай я пойду в защиту. Давай вдвоем задых. Я стою тут, типа... Выкидывать все равно. У нас типа и красный, и желтый, блин. Блин, вот этот скин белого ананаса, это вообще что? Да, да, но искали пофиксить, типа, но до сих пор не пофиксили. Вообще непонятно, какого цвета чел. Нормально, там золотых тоже гнобят. Так, ну все, у нас защита появилась. Нормально, дефим. Тогда можно просто подефить, да, какой-то? Бегут, я держу ублюдков этих. Стоять, блин, предъявите документы, куда направляемся. Давай, ты их там выбрасывается, а я закидываю обратно. Нормас. Тут слева двое. Нормас. Ха-ха, золотых, блин. Ни хрена яиц нет. Бедл получать по заслугам. Да. Вон сколько их, блин, их тут четверо. Жесть, чел, ты меня сейчас так... Все, я понял, как толчок происходит, только что. Я только что понял, как это происходит. Наверное, короче, ты пролагал, из-за этого ударился в меня с дикой скоростью, и меня просто нокнуло и оттолкнуло очень сильно. Ты просто ко мне подбежал, но это выглядело как будто ты меня прям с башки подал. Я даже... Все, я тебя понял. Ну, у тебя на экране-то наверняка ты просто мимо проходил. В чем смысл игры? Гореть и потеть. Почему все играют в это, а не в Тетрис, например? Братан, ну почему ты смотришь стрим по этой игре, а не по Тетрису, например? По Тетрису полно стримов. Чемпионат мира вот скоро будет. Тут, кстати, странно, иногда генерации, ну тут, я так понимаю, всего 2 или 3, тут бывает, что буквы П еще двигаются, и вот там прям могут много людей фидануть на неожиданности. Да надо побольше, но там новички по КД фидят в ней. Надо побольше вот таких букв П. Да, да. Так, я сейчас ловлю кого-нибудь, Сосисон, иди сюда. И это твоего... Твоего клона. Да, клоны не нужны.
О, вот сейчас будет буква П, походу. Вот, блин, это могла быть она. Походу не будет. Чел, я короче отойду. Не-не-не, тебя вообще рядом со мной не было, у меня на экране. И меня заживало немного. Но я так, казал, шуточно. Ну я тут играю на тоненького удачного стрима. Блин, держу я чела, но... Держу я чела, но падаю тоже я, и при этом все он... Ну, блин. Ну я упал, блин. Фу. Меня заживало, чувак, я застрял просто. Блин. Блин, когда рядом никого нет, и ты на ровном месте падаешь, ну это вообще... Просто стоишь, прыгаешь, и я не знаю, что с ним происходит, но падает после этого. Да, бывает падаешь просто на пузо, и он вообще вставать не хочет, просто лежит секунды три, наверное. Да, ну ладно, сама. Сейчас футбол, возможно, будет, да? Нет, сразу. Ну блин, столько людей, это вообще рандомище. Так, а сколько полов всего вообще? Тут считал, 1, 2, 3, 4, 5? 7, по-моему, 8. 8, хераси. Трейсинат, спасибо большое за 12 месяцев подписки. Привет, привет. Спасибо большое. Там некоторые сразу вниз, кстати, падают. Эх, ты не туда пошел, там была срусть. А, нормас, нормас. Ну, это такое... Под тобой огромная дыра, брат. На желтую сможешь упасть или на... О. Ладно, пофиг. Тут не так критично. Блин. Сейфти. Блин, там есть кто-то тоже на фиолетовый. Он еще так быстро прыгает. Он упал. Ну, у меня тут мало. Мне на желтую надо. Один чел над тобой, вроде все. Да, один чел над тобой. У него очень много наверху. И под ним желтых тоже много. Хотя нет, немного, я пошутил, он сейчас может упасть. Слежу за ним. Он упал, он ошибся! На желтый упал, он на желтых с тобой. У него... О, он вниз упал. Но у него внизу очень много, внизу целое поле, вы один на один. Забей, он что-то... Он сам себя руинит, он сейчас заруинит. Он волнуется, он сыт. Он какую-то херню делает. Но у него очень много, но... Он что-то Вроде он успокоился, короче. Блин, смерть. Запал, короче. Чел. Нормально, нормально. Ну, посмотрим. Не, нормально, у тебя впереди больше, чем у него. А, нет, у него тут он вышел еще. Так, как он тут поступит? У него мало осталось. У него 6 осталось. 4. 3. 2. Одна, он сдох. Все, можешь прыгать вниз прям на мужика. Фу, хорошо, хорошо. Гос, спасибо большое за 10 месяц подписки. Спасибо большое. Найс. Стрим побед.
Так, я отойду по фасту, надеюсь, успею. У нас скин будут продавать? Я думаю, будут. Блин, чуваки, вот вы душите херню какой-то, а потом говорите, зови кого-нибудь. Нахер звать кого-то, вы какую-нибудь душнину подрубаете лютую. Расписание по героям в группе ВКонтакте, ребят. По покеру инфа вся в группе ВКонтакте. Вся инфа есть, вся есть. Ну это изи на самом деле даже с АФК, потому что тут челы фидят люто вообще. Найс, мне заруинил чел какой-то. И сам сдох. Кекве. Вон он, этот чел, и он еще раз упал. Нормально, нормально поруинил. Нормально, братан, поруинил. Все, вон он идет. Его опять сбило. Все, отлично. Ох, мужика. Я пришел, блин, на секунд 10 позже. Повезло. Успел. И ничего не заметил. И ничего не заметил, да, что происходило? Я тебя толкал вперед вообще, ты стоял на респе. А, да? А как ты меня не видел вообще, как это возможно? Ну, я отошел вообще, типа... Ну да, но ты побежал. Я тебя толкал вперед, а ты побежал. Я был еще. Меня пытались туда это, страховать. А, понял. Ну, спасибо, спасибо. Да я так. Да, блин, на этой мапе невозможно проиграть. Тут люди слишком сильно фейлят. А вот на той мапе, где... как называется? Маятники, там, да. Там один удар, все, блин. И голосовой чат в этой игре, да. Отличная идея, ребят. Да. О, у меня соединение с сервером потеряно. У тебя норм? У меня, да. У тебя просто вылетело, все? Да, просто соединение потеряно. КВ. Блин, у меня походу какая-то паста алохи в чате завирусилась. Я прям слышу это его голосом. Чел, ну я тут за синих, поэтому тут недолго, тут волейбол за синих. А, это Мэла, блин. Подождите, это Мэл? Это в кого он превращается во время игры, в эту милую игру? Так, надо гнобить красных. Блин, надо помогать синим, потому что... Я ничего не понимаю. Короче, ладно, я за синих, почему я должен что-то понимать? Ноль челов, дефин, ноль! Это не синих гнобят, это синие просто постоянно, видимо, супер ЛС попадаются какие-то. Просто тонна челов, да, никто не дефит. Но один мяч сейчас дефит, ноль смысла. Но я сначала так всегда говорил, что это за синих отстал карточки, да. Просто БКД проиграл за синих после каждую карту. Ну тут омега-лол челы какие-то прям. Ну можно тут победить. Желтые заруинили себя. Да, найс.
Желтые тоже все свалили куда-то. Они вам типа руинили, а по итогу зафейлили сами. Так, нормально, 25. Шо? Я кинули клип, походу, с Мэлом, сейчас гляну. Да, там нормально. Добрая игра. Я на стриме не смотрел, сейчас гляну. Блин, чел, идеальное совпадение. Да, этот клип, когда он заорал, короче, это... Чат, а сейчас же у всех новая версия Твича уже. Уже людей на старой-то не осталось, правильно? Блин, ну с Мэлом супер смешной момент вообще. Неловко, блин. Так, банан, арбузик, банан. Ну как тут-то? Ну как тут-то? Блин, у меня ноль вообще, я в эту игру не умею играть. Хз, типа, встаешь на клетку просто любую и запоминаешь, какие со всех сторон у тебя. Так, где бананчик, будет? Виноградик, красное яблоко. Ну вот здесь же, почему челы убегают отсюда? Я здесь! Да нет, да ну в очко, ну я не понимаю, это какого-то другого цвета что ли было? Я не буду больше никогда тут ничего запинать, я просто буду за челами бегать, нихера не понимаю. Это оно другого, это другого цвета какая-то херня была, что? Я буду фотку на телефоне делать, я понял. Ну это, кстати, грамотно, но это нечестно. Нечестно? Блин, челы, это как в боксе играть вот это вот, и челы просто скрины делают. Жесть вообще. В ком? В джекбоксе, в какой-нибудь смертельной вечеринке, знаешь, где там плитки надо запомнить там. Или еще что. Ну да, да, блин. Ну это еще надо, во-первых, обладать телефоном, во-вторых, успеть хорошо сфоткать хорошим светом и не завалить горизонт. После этого еще надо... Я сам делаю, после этого надо еще совпадение найти, если что. Блин, я забыл этот, как его называется, клип глянуть. Какой, с Малым, что ли? Ага. Мэл просто такой спокойный еще всегда, от него почему-то смешно слышать такое. Не знаю, от него никогда такой не слышишь. Не особо часто, конечно, смотрю его. Ну... Ой, чувак. Ну, у него бывает такое. Мне кажется, вот от меня такое невозможно услышать. Я слово на хэ даже не помню, когда последний раз произносил на стриме. Я на стриме тоже вообще не ругаюсь. Не, у меня бывает там какую-нибудь советчику, знаешь, там видно, что человек только такие слова понимает. Лоу, как он улетел, вроде нормально делал. Да блин, ну тут текстура глючная, ну почему я забываю об этом? Она немного это ширит, да. Да. Я что-то постоянно забываю об этом, блин. Точнее не забываю, а что-то тороплюсь такой, лень еще раз перепрыгивать эту хрень. Ну ладно. В КС при битве за батон? А какой момент? Не, я помню, там что-то жестко было. Но это типа пропеллер, он движется как мяч, понял? То есть чем хуже тебя пинг, тем он такой, типа, не осязаемый, а чуть больше. Или чуть меньше, наоборот, наверное.
Ну, скорее, чуть больше. Он, типа, как бы ты прыгаешь, а он уже перед тобой просто. Да, да. Чуваки, после катки киньте клип, я дам. Так, ну с яйцами, вот в тиме с яйцами самый хороший винрейт у нас. Так, ну мы за красных тем более. Красный самый быстрый. И у нас есть, как он называется, бургер. Золотое. Золотое. Давай, давай, кидай, кидай, кидай. Надо, блин, надо прям, прям сразу в сторону его кидать наш. Да, его молотком откинуло. О, о, у нас золотое, у нас золотое. Все, найс. Я пошел к синим, короче. Я держу золотое. Синих. Я дефлю золотое. Блин, жесть, я как будто косплею настоящего тускана. Ну чел, ну цепанину вытаскивают у нас золотое. Какого хера ты АФК, сука? Добрая игра, позитивненькая. Удачного стрима всем. Кидает, ой, умница, 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 умница. Вот этот чел умница был, он сразу кинул его. Блин, тут синих такой трэш происходит, господи, сусь. Блин, чел, если у нас золотой украдут, который я держу, нам будет не очень хорошо. Блин, я просто не могу забрать у синих. Ой, ничего. Тут что-то на нас массовая атака. Ну нормально, я держу. Так, я тащу чуть-чуть. Жесть, у нас тут вообще полномасштабная атака. Генералы пришли. Это украли. Да я его держу, но он прыгает. Как он может с ним прыгать и не вытаскивать его? Как это возможно? Блин, чел, оно просто к синим залетело. Добрее. Так, на желтых секунду. Бы, блин, увидеть. Блин, да у нас полный забей, ну просто стоят три красных АФК. У нас выносят яйцо, три красных рядом АФК стоят. Блин, че за... Нахер вы в игру заходите, чел, если вы уходите? Ой, забей, там такой вообще просто бред сейчас был. Там у них прыгало 11-15, вот это вот, 11-16 туда-сюда, и закончилось, когда у нас просто меньше было. Ебись ты! Так, давай сейчас гляну клип. Так, погодите. Да отъебись ты нахуй, блядь! Чё он приебался ко мне, блядь, я не понимаю. Мы даже не на первом месте идем. Сори, извини. Да отъебись ты нахуй, блядь! Ему надо на донат 5000 плюс, типа. Не, дальше я видел, там вроде ничего особо. Или чё? Да, да, да. Ну, он просто рассказал это вроде, да? Там гости. Там гости. Небольшие детишки. Получилось не очень комфортно и удобно. Ну да, да, но я же это рассказал. Потом, а прикиньте еще, если Мэлу привели, ну, гостей и детишек, знаете, как бывает, родители приводят, и они просто сидят, играют сами, а их родители уходят. И они потом, ну, возвращаются за ними, и они новые слова такие говорят, а я вот сегодня выучила слово... Thank you.
Не спеши, не спеши, Маргонечка. Знал, знал, знал. Добрая игруля, добрая, ребят. Ну а что, не добрая, что ли? Ну. Блин, тут надо по-любому вперед прыгать, иначе на голову падает. Прошел? Да, меня чуть-чуть прям не заживало на последних воротах. Красава. Повезло. Как определяется количество людей, которые пройдут? Не знаю, рандомно, наверное. Или для каждого уровня, типа... Для каждого уровня определенно, наверное. Блин, я вроде сам почти не матерюсь, но раз тут клип посмотрел, получается, сматерился. Можно считать, что я. Да, как же душно, питерце. Пам-пам-пам-пам. Было бы еще неплохо, если бы можно было эмоции на старте использовать, пока стоим. Хотя жесткий флут бы был, наверное. Блин, челы просто... Вот они прыгают, просто useless. Useless движение. Мало того, что ты прыгнешь, не дай бог, на кого еще попрыгнешь, так это в любом случае медленнее, чем бежать. Ну, я, если честно, особо разницы не заметил, прям. Ну, я всегда обгоняю... Ну, я не знаю, я в комплексе, наверное, обгоняю челов, но... Ну, я говорю, тут разницу можно было бы заметить, если бы была бы реально движуха, связанная с этим. Да лол, я прям на яйцо прыгнул. Я видел это. Если бы были уровни на время, типа спидранус, и вот тогда да. Не смей, не смей. Найс, найс, найс. Ну да, кстати, в конце тоже, когда вот сейчас показывают, можно было бы эмоции жать. Или здесь, да, тоже. Ну, хотя тоже много, наверное. Ну, 100 человек стоит. Ладно, нормально, нормально, нормально. А, я замечен. Я ответил тебе, но я был замечен. Ладно, не важно. Мастера у воротов. Лучшая мапа, чтобы нафидить. Да, тут на старте может прям люто прям в рожу пролететь. И в конце тоже. Тут самое главное не упасть ни на кого, иначе... О! Жесть, там народу перереспилось. Мне повезло, я прям на краю остался. Ага. Блин, жесть, вот это мне повезло сейчас. Прям на нас едет! Сука. А, в башке мне. Слушай, нет, тут, кстати, наверное... Эй, 18. Не, чел. А, ну хотя... О-о-о, боже, блин. Ой, я все. Я точно в помойку. Я прошел. Меня просто шоколадкой. А ты на центр сам вышел или так получилось? Ну, я увернулся, что-то вроде. И она просто упала сразу. Shit happens. Тут тоже в конце нельзя прыгать, это тоже медленнее, чем просто пробежать. Ну вот насчет тут что-то хз, но я всегда тоже прыгаю.
Ну попробуй, попробуй. Челы рядом с... И вот я бегу постоянно сзади челов, они прыгают, а я просто бегу, я их обгоняю. Блин, это жижа еще без этого, без тиммейта. Ну, блин. И я еще... Нет, только не синий. Нормально. Блин, я синий. В смысле? А, ты синий? Я думал, что ты... На, тебя пока... Флешки нет, поэтому никто не будет машинить на синий. Я и так могу машинить. Красный и желтый опережают прям плотно. Я пошел. Ну и красные правильно толкают в стену. А вот желтые нет, они в центр, желтым надо руинить. О, нормас, красный прям хелпует. Блин, синие только выехали, ё-моё. Да нормально, нормально. Там можно тыковку подставлять, чтобы по вам проехало. И все. О, все, все, нормально. Все, кайф. Да чел, еще... ты чё делаешь-то? Ну я понимаю, ошибся, блин, но зачем вообще это делать? Там даже его оттаскивать не надо. Ой, блин, если бы сейчас как... Ой, я бы вообще охренел. Жан, спасибо за подписку для Soul Rimz. Да, вершина. Я впереди, за респаса справа. Блин, а как там бежать? То есть, типа, шар когда оттолкнет, да, проходить в этом? Ну, должно повести, да, но справа... А, нет, я ищу, блин, я второй ряд. Блин, да, втором, да, это хреново. Лол, я уже как будто в первом. Так, шар едет нормально. Угу. Нет, пожалуйста. Ты это видел? Капец. Зло, да. Как тебя не сбило? А? Вот, теперь сбило. Ну, вот что тут сделаешь? Ну, надеемся, что сейчас их всех собьет. Ну, там петушка не сбило. Да как я упал? Вот что он падает? Блин, ну вот просто... Ну, на ровном месте-то чел зашел. Ну, там... Ты видел, сколько там народу попадало? Never ever give up next time. И причем голубь прыгнул, когда она поднималась вверх. Он мог ее не дотронуться и тоже упасть. Мне кажется, зря ты это у стены побежал. Надо все-таки в середине как-то. У стены, потому что вообще не увернуться в одну сторону. Там как-то подождешь. На лайк. Ну, у стены у молоточков хорошо, я так понял, проходит. Не, нет такого ничего, Жан. Не детские качели. А не детские, это вместе пишется? Да. Блин, есть учителя русского языка? Когда не детские можно заменить на взрослые, значит пишется это или слитно. Или наоборот. Я сейчас забыл. По идее слитно за это пишется. А смысл зависит? А какой тут смысл, может, здесь не детский? Жесть. Но когда типа противопоставление есть какое-то, возможно. Слитно, я препод. Все, ребят, слитно. Вот здесь тоже часто люди прыгают, но не надо прыгать, ты можешь. Хотя я сейчас не нок, не прыгаю, нокнулся, но типа с прыжка больше шансов нокнуться. А, я как меня так толкает? Что происходит? Я просто стою, лол. Просто и на нас не наклоняется штука. Ну, я в таком случае бегу, обхожу, если что. Я пойду, это недолго. Не, у меня бывала ситуация, когда я бежал оббегать, короче, и это.
Я она поднималась в другую сторону. Я после этого забил. Будем заниматься. А я занимаюсь, и мне норм. Па, юпа, юпа, а это па, пара-па-па-па-па. Так, кек. Быстрее запрыгиваем, последний уходит поезд. Да, в смысле? Это, вот это рандом, челы. Просто передо мной зареспились, вот такого еще... Такого рандома мы еще не вычитывали. Уинул сам себе, все, короче. Не-не, не сдавайся, тут люди падают. Ну, хочешь я одну платформу сильно попробую наклонить, заруинить чел? Я прям сильно наклонил одну. Не-не-не, бегу-бегу, все вроде все, норм, бежишь? Да. О, блин, даже еще много людей. Нормас. Нормас. А, в твой клуб PS код приглашения. Жан, ну в группе ВК. В группе ВК все. Я же его не наизусть знаю. Прям за главным посте. Я сначала не понял, я подумал, ты покер PS типа PlayStation и типа приглашение. Я думал, ты на игру приглашение. Тут вообще с запасом. Так тут когда люди попадают в эту ситуацию, что одна платформа наклонена сильно, они просто стоят и прыгают дальше на нее, и падают, и прыгают, и падают, и прыгают. Типа не проходит. Ну да, тут одна из таких мап, где можно их камбэкнуть. Просто... Блин. Говорят, 4600 участников в покере. Жесть. Но мы с Аней посты делали, и мы, в принципе, нормально его промоутили. Я не знаю, там Хесус. Илья, я так понял, ничего не говорил про турнир. Потому что он один раз подрубил, и не знаю, поста у него нет. Короче, народу там, походу, жесть будет. Прикинь, 5000 человек уже флешка. А, ну я вижу, да. 440. Ну, еще непонятно, сколько... А, он тоже делал, да, после как? Все, тогда нормас. Еще непонятно, сколько... Ну, типа, регу просрут. Потому что рега через полчаса откроется. Мне кажется, многие просрут ее. Блин, у нас народу больше, чем в любом турнире практически от хай и мидл серии вот этой сочинской. У нас больше народу собрал, чем в любом турнире. Ну, понятно, фрирол, но тем не менее. Блин, я в самом конце. Ладно, тут мне главное в первую лаву не упасть. Слышь, тут ну, твой клон меня трогает. Это я. Ладно, клон прям. Я. Спокойненько. Не спеша. Вот это крутая мапа, на самом деле, для квалификационной. Она слишком крутая по сравнению с остальными. Ну, мне кажется, нужно как раз больше таких мап, где очень много людей фидит. Почему меня нокнуло, это ё-моё. А, тут еще должно 27 пройти, блин. Сейчас пройдет человек 15 про скрин. Ты как, на норм? Ну, я в самом конце бегу. Ну, уже поливали чел, уже 22. 21. Да что такое, блин, меня молоточки задрочили, я прям миллиметром их закоснулся. Блин, меня мой клон тоже это душит. Это душный твой клон. О, блин, я почти оттолкнул тут твоего клона. О, как он не упал, как он не упал. Пойдем, чел, тут что-то это тесно. Найс, 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 найс. Дороги, дорог. Чел просто вниз как будто сам спрыгнул.
Че, не может, до Талова? 16 человек, да? Футбольщик идеально подходит. Да это даже много, 8 на 8. Ну, для что-то площадок быть... мало, наверное. Для футбола, по-моему, самое то. Там либо 7 на 7 максимум, либо 8 на 8. Мне почему-то кажется 8 на 8. Ну, может и бежать, кстати, уже сразу. А-а-а, тесная вечериночка. Я, и твой клон душный, блин, я его буду душить в ответку. Но он это, с желтым лицом. Ну, на тебя метка, не перепутай, не переживай. Сразу. Он меня... Блин. Ты чё, сука, флешку душишь? Давай, 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 вдвоем его. Главное, тут, правда, назад вот это вот не смотреть. Я сначала не понял, почему ты так говоришь, а потом в один момент посмотрел. Да, нельзя, там сзади жестко, нельзя назад смотреть. Слушай, он за меня хватается. Давай, давай, я его держу. Все, я сваливаю. Так. Да смотри, как он пролагал просто, чел. Он просто... Я его победил, но... Блин, он динозаврика взял, ты чё, сука? Ай, извини, это ты. Ты чё, сука, динозаврика трогаешь? Тварь. О! Вставай, 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 не лежи. Все, он сасывает. Блин, я назад посмотрел, чел, я не пройду этот раунд. Тебя этот выбил? Я хотел ему заруинить, а в итоге сам фиданул. Сам не надо, карма. Блин, ты видишь, что тут может выбить 15 человек? Это как вообще? Ну, в конце, если зажует. Не, я к тому, что типа сразу корону дадут или что? Тут какая-то хрень так... происходит. Ну вот, на этом дофига падает прям всегда. Ну давай, это твоя катка. Да, да. Он не вылетел, интересно? Нет, тошнило, не вылетел. Там, кстати, какой-то этот петух был, он стоял за стеной, его не сталкивал, и он тэпнулся потом за стену. Ну, типа, вперед, перед ней. Лол, еще и футбик, прикинь. И хвостик, значит, в финале. Ну да, 5 человек останется. Хотя могут и клетки вроде быть. Даже на 5 человек. О, пинг вроде хороший на сироке. Нет, показалось. Ладно, я один сделаю. Найс, навесил мне, чел. Еще навесишь? Блин, я один против семерых тут вожусь. Я надеюсь, Тима тоже что-то делает. Ты второй, тут твой брат помогает. Нормально так. Давай, я на центре, распасуй, распасуй, не... Ну, сука, иди нал! Перекинул. Херово. Так. Мой. Блин, ну так плохо я его толкнул за пинги. У вас, кстати, нет, на воротах есть кто-то. Вот сейчас хорошо можно пнуть. Чел, что ж ты афкашишь? О, хорошо, есть первый. И тут же второй сейчас будет, чекай. Быстрее падай. Все... Как тень появляется. Охренеть, он долго летел, чел. А у меня наоборот показалось быстро, типа. Я рано прыгнул. Ой, хороший это... удар был.
Блин, когда-нибудь уровень в этой игре дойдет до того, что люди будут не вдесятером бегать за мячом, знаешь, так, типа, как в настоящем футболе, там, ну, типа, по полю распределиться. Ага. В Солянова! Просто в Солянова, вообще, изи. И сейчас еще один. На, домой! Вообще домой, это... бомж... ребята, дети там. Блин. Это тоже мог забивать. Чел, да что ты делаешь? Ты понимаешь, в какой стороне ворота? Ты... Что ты творишь-то, блин? Можно расслабиться, там 10 секунд яйца нет, так что это легкое. Расслабиться? Я что, по-твоему? Ну вот и что теперь? Я теперь они на мне гол забили. Все будут говорить, типа, вот забили на гол, это золотые. Ну. Гол престижа, это надо будет тоже забить. Найс, найс, найс. Как детей? Как детей обыграли? Но на самом деле там мужики взрослые были. Этот вылетел душнило, кстати, вроде. Конечно, вылетел. Против Рональдиньо был. Ну, я думаю, хвостики будут. Слишком мало людей. Да, на хвостах вообще изи стратка. Ждешь просто 30 секунд, и потом на колесе вот этом мансуешь. С колеса прыгаешь на платформ. Я всего один или два раза поиграл, я что-то это не успел разобраться до конца. Ну, самая фишка, типа, вот с колес всяких запрыгивать наверх сразу. То есть с нижних, и на этом крутиться, и прыгать туда-сюда. Типа, поймать вот эту волну. Еще можно на фиолетовый, который подъем, с разбега забегать. Не знаешь. С разбега забегать? Ну вот, если ты в упор просто к ней подойдешь, то он не забежит, а просто, ну, если ты бежишь, я понял, о чем-то. Он может подняться по склону. Почему я-то споткнулся? Я же не прыгал. Ну вот, короче, как петушара мансует, вот это прям вообще верочная острота. Жестко мутит. Блин, ну если все челы внизу будут тусить, то я думаю, у нас, конечно, шансов нет поймать. Ну нормально, еще минуты, сейчас даже особо нет смысла. О, фига, ты вообще остановился? А как он так... А, он сразу же его отдал. Ну, задроты забрали, нормас. Как он догоняет сразу же? Он последний остается? Он может читаком, кстати, быть, мне кажется. Хотя он вроде не ускоряется особо. Но, по-моему, это он как раз тэпнулся за стену. Да-да, души его. Чувствую меня какой-то читок. А! Ну... Ну, как я в этом моменте должен был? И опять он перехватывает. Что такое? У него одного кнопка есть. И опять он бежит сзади меня! Он лагерь, походу, какой-то. Да челы, блин, что вы делаете? Уже секунды три, как он. Давай, да, в самом конце у тебя будет время. Блин, с колеса. Блин, он через нас всех этот хвост брал, ты видел? Да, 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 это лагерь какой-то, короче, у него огромный пинг, типа он бежит уже у чела просто, у себя то на экране. У него забирает хвост толпа, поворачивается налево вся, он справа за всеми, и он берет хвост. Эх, блин, я бы, конечно, на плиточках лучше, я даже не подержал, не помансовал, тут было бы нормально. В такой толпе там жестко, конечно. Ну тут еще даже шанса не было забрать. Нормас, нормас. Let's go, baby. Может, летит такое. Блин, я что-то сижу, стримлю, народу все больше и больше становится на игре. Уже 8000, это вообще что такое? А, люди, наверное, думают, что это реально стрим побед. Ну, вообще, это он, ребят, 3 победы сегодня на стриме было показано. Это на покер. Да не, на покере столько не будет. На фриролле, на стрим покерного фрирола, это вообще даже... У Андрея ком сгорел? В смысле, Андрюха вырубил? Подожди, у Андрюхи ком сгорел, это что имеется в виду? Типа, Андрюха сгорел или что такое ком сгорел?
0 FPS стало. В какой? В этой игре 0 FPS? Как? Да не, он вроде играл там в это, в Rock Age там, или как он там называется. В другую, короче. Блин, а, он вроде... в камне играл, и там 0 FPS стал? Чего, блин? А, ну, вообще, по поводу порца, чуваки, сейчас никто с порца не стримит. Сейчас все с видях стримят, если что. Нет смысла стримить с порца уже в 2020-м. Последний раз, когда я выёживался качеством картинки на стриме, это был Fortnite, когда я играл. Там, конечно, да, я типа два компа, всё сделал красиво. Блин, мне челы там писали, как так сделать. А сейчас, чтобы всё сделать, галочку ставишь в ВБС и всё. Всё сделано. Ты сейчас, кстати, с одного или с двух? Блин, я только объяснял, что как раз смысла вообще никакого нет с двух. Не, просто, типа, не знаю, если, я думаю, что у тебя мощный процесс какой-то там стоит, второй у тебя вообще там slowest preset. Но тогда... при этом всем разницы почти не будет. Если ты не стримишь Call of Duty Warzone, то тебе это не нужно. Ну, еще в теории, конечно, игры типа армы, где травы много, но в последнее время все игры это вот мультяшина. Самая игра тяжелая для картинки стрима — это вот Last of Us, например, да, была. Даже на самураях там, в принципе, не так много было мелких деталей. И, ну, короче, вообще забей. Я думаю, скоро кодек еще апгрейднут, и вообще, чтобы запустить стрим, надо будет в ладошку пописать, и все, он будет работать. Не, типа, стримил недавно Sleeping Dogs на, ну, в 1080. Я что-то глянул, мне вообще очень качество не понравилось. Я забил и в 900 начал опять стримить. Как будто... А что у тебя за видяха? 28 Ti. 28 Ti? А битрейт какой ты ставишь? 8K. 28 Ti, 8K, и у тебя очень плохо. Как-то, короче, не понравилось. Какая-то мыльная была в этих в городе. Хотя там особой, ну, травы такой ничего нет. Просто нечеткое. В помещениях, да, нормально. Нет. Странно. Странно. 8000 битрейта. Должно быть нормально. Но я не видел эту игру. Я даже сравнил с это. Да это как GTA, по сути. Но я сравнил даже с 900p и разницы вообще почти не заметил. Поэтому забыл. Северный МХС двух компов стримит. Да, я знаю. Ну, для ХС, конечно, нужен процессор мощный. Ну, кстати, это АИМ, да, вот купил это все. Второй процесс нормальный, на слово присед сейчас стримит. Ну, у него прям хорошее, конечно, качество. Ну, в Таркове, наверное, это решает. Ну, да, не, если бы фулл-тайм стрим Таркова, да. Ну, он слоу типа на втором, да, компе? Или он с одного со слоу? Не-не-не, на втором. Не, тогда. Там еще можешь ему подсказать, если вдруг это... Типа резкости, фильтр резкости добавить на второй комп. Ну, типа на изображение второго компа, короче. Чтобы картинка еще чуть почетче была. Потому что зрители этого не видят. У тебя в ВБС она будет чуть уродливей, а на стриме из-за резкости она будет круче. Плюс резкость легче отрисовать, то есть там меньше размывать будет. Да он вроде, он там долго очень тестил, да, у него там накручены какие-то фильтры, чтобы картинка лучше была именно на стриме. Но там что-то куча вообще проблем было, там у него карта захвата старая сначала квадратила. Он типа новую карту купил, с ней какие-то проблемы. Да, я... Попов гемор. Да, я по сути отказался, потому что 99% зрителей разницы не увидят, а гемора там действительно очень много. Она задержку бывает копит, она греется бывает, начинает подфриживать. В каких-то играх там что-то проблемы все, экран надо стримить тоже. Ну, короче, есть микромоменты. Не знаю, я говорил уже, если бы я мог сильно качество стрима грейдануть, я бы, ну, прям большие деньги бы не пожалел. Ё-моё! Я чел нафиг был тут. Мне стыдно. Нафиг. Господи, как тебе? Заживал он, что ли, тебе? А не, я что-то забазарился, побежал под зеленой большой дылдой. И не успел прыгнуть из-под нее. Понял. Не, ну, если ты slowest preset сделаешь, то качество так или иначе лучше будет. Это уже прям будет, ну, максимум возможного. Да, лучше... но отличаться он будет на 5% от New Invenco, примерно.
битрейт, вот если битрейт разрешат побольше ставить, там можно, да, будет сделать прям как будто ты смотришь реальную картину. Я смотрел, кстати, у Лирика как-то стрим, и у него там, по-моему, типа 10 или 12к был. Может, это на каком-то мероприятии, типа? Не знаю, я что-то охренел вообще с этого. Худшая мапа, кстати. А я как раз подхаваюсь, да, это щит. Блин, неужели тут по прямой? Блин, походу нет. Ну все, ГГ. Походу ГГ. Или нет? Блин, да, ГГ. Ты 11-й был, лол. Так, ну поехали. Меня, кстати, вниз еще столкнуло. Скорее всего. Хотя рядом со мной никого не было. Лагом каким-то тоже. Жан, там от $20 где почти я даю 30, 20 из них билетами sit and go и 10 потом кэшем в течение недели. У меня соединение с сервером потеряно. Ну го, я ливаю тогда. А тут можно? А тут нельзя? А, нет, можно. Все, заново стартану. Капец, ты только ты Жан Шаль, что такое покер, да? Может, у меня что-то проблемки. Да. Я за короны скины купил, ребят, просто сразу какие-то, не помню, правда, какие. Я просто все покупаю беспорядочно. Чел, вот это видел, как я нокнулся, прыгая, вот как. Ну, я тут не проиграю все равно, просто интересно. Я стою у стены, стена опускается, я прыгаю, нокаюсь и отлетаю назад. А я это заруинил, кстати. Тоже, я вроде пройду. Точно? Тут, кстати, можно это прям забанихопить в конце. Нормас, так мне кажется. Кстати, Horizon же не проходил. Не планируешь? Зря норм игра такая. В целом, как ну, типа чистый ведьмак затянку. О, мега прострац. Опа, золотой сюда.
Блин, я что-то ни одного яйца не мог схватить. Золотой борюсь, выкинул его в нашу сторону. Я хватаю тут синих. Ой, хорошо, золотой, прям, ой, прям к тебе пас перешел, флешка, не простри. И туда, заталкивай. Беру его, беру в лапы его, стою, дефлю, дефлю. А, желтый, я второй сейчас возьму, короче. Тут третий чел уже принесли. Давай, давай, давай. Блин, меня тронули до глубины души. Забирают, забирают, сволочи. Не-не, нормально, нормально. Другое. Слушай, да синий, а оборзели что ли? Так. Давай, красный, братюни, тащи, кидай его, кидай. Кидай, что ты мне несешь, красава! Своровал у нас чел один. Сучары. Так, я держу золотое. Я у синих выкидывать пошел, просто яйца. Давай. Блин, тоже картошка. Какого это цвета? Это если она красная, что она делает вообще? Блин, вот синие скоты, смотри, как напали на нас. Ну я... У них тут дефут, конечно, два чела, но я это... Ну я тут такое ощущение, что... Я не знаю. Такое ощущение, что вроде свои есть, но чел это просто это проходной двор какой-то, а не наше гнездо. Но я просто у них под молоток все выкидываю, и все. Они, типа, не собирают даже. Давай, закидывай, закидывай сразу! Да почему ты его... О, это оно туда, это оно только что от меня так улетело. Офигеть. Лол, сделайте клип этого дерьма. Блин, нас выбили. Че, у нас тима нулевая, забей. Я столько дефил, ты столько выкидывал, мы вдвоем играли. Этого не хватило против там по 6 человек в тиме только. Блин, я его почти вынес, если что, мог выкинуть, попробовать. Чел, ты знаешь, откуда оно прилетело? Прям около от нашего молотка улетело вверх и приземлилось туда моментально. Да. Мы, кстати, забыли на этой карте со стенками подсадку затестить. Я, конечно, отлетел, надо будет это попробовать. Я что-то очень сразу вниз упал. Так, тут не фидить. Нас чел, что буду видеть. По идее, тут если прям с краю бежать, то они даже не достают до тебя. Я все никак не попробую. Найс, найс, найс. А я подхавался. Никто не заметил даже мое отсутствие. Блин. Блин, это, кстати, яйцо улетело. Жесть. Ну, вообще просто. Такая руина, как будто читеру. Так, ну это, кстати, возможно, ластецкая катка. Я думаю, я буду отрубать, подрубать задержкой и уже, ну, регистрацию, типа, делать в прямом эфире. Там обязательно, да, задержку вырубать? Сколько там? Ты можешь карты просто закрыть и показывать после раздачи. По идее. Ну, минимум 3 минуты надо. Интереснее смотреть просто людям. Ну, мне все говорят,
типа, ставь задержку и играй. Ну, мне кажется, что тоже, типа, когда карты видны, интереснее. Ну да, но ты их показывать будешь чуть позже, типа. Чел, переверни там, я это... Блин, если властец, это на победку. А я как всегда, пожалуй. На удовольствие. Блин, давно не было уровня, где мы сталкивать решили. Мне кажется, мы вдвоем реально могли бы посталкивать народу тьму. Да она вообще один раз, по-моему, тут попалась. Да, нас... видимо, разрабы не хотят, чтобы мы гнобили игроков. О, так, я опять не супал. А, нет, турнир через час, погодите. Да, турнир-то через час, Рега... Не, я тогда попозже. В 8 пойду, наверное. Если блин, я загружу чувак, 500 бачей... Я походу отличу. Нет. Да, не успею, мне кажется. Не. Там микропромокод. Я хз сколько передо мной. Там просто дают 30 кэшем сразу, не без деп, а сразу дают. А, не все. В течение... Ну, то есть в течение недели. Да, бред последний. Добежал, да, все-таки предпоследний? Да. То есть, если ты хочешь какой-то большой, это бездеп называется, и это, я думаю, есть какие-то в интернете промокоды. У меня такой микро-лудоманский, типа. Да, там дают 20 бачей билетами, а 10 типа кэшем вроде как. О, наконец-то. Все, чел, работаем. Смотрите, мы сейчас с флешкой покажем, как здесь выкидывать людей, в скобочках. Выкинемся вдвоем. Блин, чел, у меня соединение с Селеном потеряно. Кайф. А это что такое? А, это, господи, поплавок там. Ну, удачи и веселой игры, чел. Да. Жесть, сколько? 4 раза мне выкинули. 5, блин. Так, чувак, у меня один на счету есть. Это я вообще не понимаю, что с этим произошло. Снимаю. Второй. Хорошо улетел. Так. Блин, два мало, тут сейчас закончится. Дайте еще кого-нибудь. Блин, все убегают от этой штуки. Во-во-во-во-во. Иди сюда. Чего? Он был над... И он остался с проходом. Он был над пропастью и остался вверху. Что вообще, как это выглядело на самом деле? Он был над пропастью, я отпускаю его, жму пробел, я падаю, он под пропастью убегает обратно. What the fuck? Ладно, я на самом деле флешка, чтоб не ждал. Ну нормально. 2 или 3 есть. Ну это классическая ситуация в целом. Нужно вовремя остановиться, если хочешь дальше играть. Не, ну... Там было все верняково. Но чел тоже на яйцах. Жан, я смотрю, не вижу... Не вижу алдов. Они не на месте, по-моему. Ну, вон God of Maze можешь дать. Avalon. Вон Avalon 86 CS, например, можно дать.
Надеюсь, Авалон, если ты смотришь стримы по этой игре, ты там не с дочкой, типа, у Мэла, например. А то такой подумал, блин, мои любимые стримеры. Ничего. Вообще, мне кажется, если детям покупать эту игру, это воспитывать токсичность с детства придется. Спасибо большое, Жан, спасибо большое. У-у-у. Блин, звуки классненькие они придумали. Ой, я... мне кажется, я F. Да ладно. Хотя... Да, я 46-й был. Прикинь. Что делаем? Рехостим? Ты можешь играть, смотреть. Самое главное, что мне не кикнуло. Так, у тебя 48.30, да? Не успел писать, сейчас скажу. Ну, я надеюсь, тут какие-то рафлянные раунды будут. Вот типа того, я опять поскидываю людей, либо сам вылечу, и все. Нормально. Да, чуваки, рега на фрирол открылась. Можете кто-то на верочку зарегаться. Я, кстати, тоже регнусь. Сейчас быстренько. О, этот раунд. Отлично, чел. Так, все, поехали. Сейчас либо идем к флешке. Чел, ты попался. Нет, чел, ты попался. Что-то какие-то они это непопадательные, понял? Так, есть один. Ты меня нашел? 48.30. У меня просто все зависли и стоят на месте, трясутся. Мне кажется, опять выкинуло. Не знаю, я попробую, короче... Может, у тебя это мапа? Восстанови кэш, может, у тебя это мапа лагует? Блин, я пока одному выкинул, это слабый результат. Сейчас вот эту псину поймаю. Давай, братишка, хочешь туда? Блин, мало пропасти, мало. Блин, резидент слиперский раунд. Чел, иди сюда. О, там сейчас отлетит народ, я чувствую. Ты чё, девочка, АФК стоишь? Единорожек, да? Ну, извини. А ты чё, тоже поставить АФК решил, да? Тут мы вообще-то боремся за чемпионский приз. Так, куда скинуть, где? Ну, блин, ну просто в... Просто в соляново ребятам, остальным продлил раунд. Испортил настроение одному, а остальным продлил, понимаете? 4 или 5 скинул, да? Не, когда тут, когда, короче, едет на тебя платформа здесь, тебе не надо тащить. Ты просто типа стоишь на месте, но она крутится, короче, и ты прокручиваешь туда его. То есть против движения, когда встаешь, вы как бы на месте стоите. Чоги, точнее, Жан, спасибо большое за подписку для Чоги. Дину... Нет, я не залился, я с Диной финалочки проиграл. Дред скам пошел. Блин, у Дреда через полчаса герой, он зашел в скам. Я не знаю, что он там. Ну да, не звал. Блин, вот бы тут 25 вылетело. Но тут я, к сожалению, не могу это обеспечить. Ну, немного, немного. Ha ha!
Зачем бы угарно, если бы его заживало? Ребят, в группе ВКонтакте, я уже устал повторять, я понимаю, много людей, первый раз там, в группе ВКонтакте, блин, скриншот того, как зайти в клуб. Потом вы нажимаете на этот клуб, там турнир, там одна большая кнопка регистрации, там, ну, типа. Я в 8 часов, я сейчас могу показать, но я в 8 часов, скорее всего, покажу, когда уже сам в покер пойду. Давайте, скатывайтесь там побольше. Иди, ты видел, сколько народу улетело? А, ты же вылетел. Не, чел. Я смотрю у тебя на стриме. Чел, жесть, там 20 отлетело в итоге. Ло, 6 осталось, это хвост. Ну, либо плитки. Даже не знаю, что лучше для меня. Блин, на плитках, когда так мало народу, у меня... Мне тяжеловато, у меня потом... Раздражение начинается от количества. Лол, покорение вершины в шестером. Вау. Ну, типа, это норм шансы. Все в первых рядах. Ровные. Кроме одного пирожка там. Так. Ну, если вдруг кто-то перед ним будет открывать, поворачивать эту штуку в вентилятор, то она бы не скрылась. Так, ладно, и, ну вот, вот как это происходит, чат? Там прыгать надо просто. Я, ну, я всегда, я никогда тут не прыгал, но в этот раз я решил это. Я просто шел. О-о-о, нормас у тебя, сейчас. Я его не могу зацепить, понял? Он типа не в РНЖ у меня, этот чел. Капец, близко подлетел шар. Мимо. Это чел, который был последним, прилетел. Ну, далековато был. Я бы все равно не догнал никак. Капец, он... Ну, он мимо пролетел, как бы, у тебя на экране. Ну, я вначале упал. Не, ну, просто упал, типа. Просто бежал и, ну, упал. Окей, окей. Так, сейчас, секунду. Я покажу, как в покере регну с людьми там. Так, чат, один раз показываю. Один раз. Вот меню. Вот справа Home Games. Нажал. Вот, вот как он называется, клуб. Нажал, открыл. Смотрим. Вот Free Roll, Twitch, Free Roll. Открываем. Вот призовые. Все есть, все есть. Люди уже регаются. 2000 человек. Оп, оп. Все, все. Изи, изи. Кто, кого не приняли, еще ждите, не переживайте, в 20-25 там посмотрите, и кого еще не приняли, зарегистрируйтесь. Все, это фриролл, ну, на 5 косарей, бачей, то есть за первое, ну, короче, за первое пятихатка будет. Я, давайте, ребят, если я занимаю любое место, я разыгрываю подписки, типа, за это место, то есть я не буду, ну, себе приз забирать. Ну и вообще, если я выйду на финалку, я постараюсь порофлить, чтобы, ну, типа, не отбирать у работяги по выпись. Так, что, в пати? Mm-hmm. Там количество участников прибавляется до сих пор... Так, стоп, я случайно стол начал, вместо того, чтобы принять. Там до сих пор, получается, можно еще заявку, что ли, подать? Конечно, там просто зависит от того, как Саня их принимает. Я просто не могу принимать их. Так. Гитман уже горит по поводу. Принимайте, ребят, к сожалению, может только Саня. Я не могу ему никак с этим помочь, поэтому... Причем там фишка в том, что он по одному человеку нажимает. То есть он вниз пробел, сидит и жмет вот 5000 раз. Ради вас, чуваки. Сане сердечко потом бахнет. Он сейчас будет, я уверен, он сейчас будет сидеть, принимать.
Спросил у него за Лейтрегу, он сейчас принимает заявки, говорит, все приняты, вступайте, короче. Ну ё-моё, сальтухан какой. Жесть, чел, меня просто выблевало изо рта этого, ну, зубами. Но я надеюсь, все равно пробил. Ну там люто должно прям заживать толпой, тогда вот будет как у меня ситуация в прошлый раз. Ну тут на каждом проходе это возникает, поэтому в итоге я нагоняю вроде нормально. Да, отлично, я терп. Нет, не отлично, чел. Все плохо. Или неплохо, или нормально. Не, нормально вроде. Я затолкали, я хотел подблочить некоторых. Нормально, 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 с запасом, с запасом. Чуваки, клиент Старзов без VPN работает, по идее. У меня, то есть, никаких VPN не требуется. То есть... хаваю холодильник с картошечкой. Максим, ну а холодильник-то зачем? Холодильник-то зачем хаваешь? Так, 2400 человек там зарегано. Нормас, нормас. Жесть, я стоял АФК, закрывал покер-рум, в итоге побежал, вышел из этой щели первый. Что? Что меня толкнуло вообще? Жесть, чел. Ты чё как? Нормас, нормас. Ребят, я уже 10 раз показал в группе ВКонтакте гайд, ссылка. Все, не душите, пожалуйста. Постарайтесь, так сказать, перезагрузить компьютер, включить гайд заново и все сделать по уму. Скорее всего, вы скачали не тот клиент или еще что-то. Но люди говорят, Poker Star Sochi есть клиент. То есть, правильно? Те, кто с Poker Star Sochi скачал и у них все работает. Я с хвостом. Не люблю с хвостом начинать. У вас все есть? Ответственность какая-то большая. Я могу тебя подстраховать? Да не, не отбирай я это, но разберусь, типа. Да, я что, поначалу вообще отбирать такое, типа, плюс один хантер будет, при том, что я все равно потом отберу. Это наш? Так, я синего подтащу. Я его задержу. Два зеленых украли, три зеленых с хвостами, блин. Блин, почему я помогаю челу, который вообще не понимает? Я помогаю чуваку, он бежит сам на него. Блин, чат, это... Это, ну, блин, это, ну, я не знаю, что это. Give Russian service, please. Держу чела с хвостом. Секунды две, он уходит просто. Хвост, как ты понимаешь, у него остается. Ой-ой-ой, я, блин, своего украл.
случайно. Я стал вот этим челом. Рвору по своих. Ничего, это нормально. В твоих руках хвост более ценный. Так что все норм. Да, если я его не просру. То есть у тебя хвост и у меня хвост, да? Ну, у меня сейчас пока нет, а вот теперь есть. Все, да. А, и мы еще это, да? Не, нормально, нормально, 10 секунд. Ну, я потерял хвост уже. Все нормально, все в порядке. Нет, все не в порядке. Ну, это для меня это супер лагучий сервак. У меня и последний чел просто с 5 метров украл, если что. Он даже не подошел ко мне. Give Russian servers for the Mazda Russia. Да, жестко, много уже, 3000 человек регнулось во фриролл. То есть я думал, много ФК-шеров будет, но в принципе. В смысле, у меня 2500 пока написано. Хотя ну, я выходил, было 2400 только что, я подумал, что ну, округлить немножко. А ты эти турики так ни один, короче, не зашел? Не, не за это, ни один вообще, ноль заработал. Ну, я все равно доволен, мне как бы было интересно поиграть, пусть контент на стриме был. То есть, одно дело, я бы играл то, что мне не очень нравилось, было бы обидно, а так мне вообще кайфово. За пятерика, когда играл, там, в принципе, потная катка была. Блифовал в рега нон-стоп, и нормас было. Ну так да, но все равно обидно, блин, такие призы, типа вот мало ли вдруг там выиграл, типа. Да. Ну, не, ну как хотелось бы лям выиграть, конечно, но в целом, чем мне плюс-минус похер. Типа я-то знаком с покером, я особо не рассчитывал, так скажем. Выиграл бы хорошо, не выиграл, похер вообще. На такие бабки, как бы, по сути, большинство, я думаю, задротов играет. В смысле большинство? Одни задроты, лол. Вообще там... Даже, ну, типа, богатым людям, мне кажется, неинтересно там играть на старзах, потому что там одна душнина от задротов, как раз-таки, от регов. Я думаю, богачи, которые могут себе позволить по пятерику турик играть, там они где-нибудь в Монако прям тусуются. Ну, может быть, да, да. Чел, ну я первый буду. Не заставляй меня тебя руинить. Не-не-не, все, чич. Ох ты! Как ты у меня 5 метров прыгал, если что. Я уже прыгал на синий. Чел, мы бежали рядом вообще, о чем? Ясно. Преимущество по пингу просто. Да нет, ну тут пинг это единственное, что сильно руинит, да? То есть вот эти падения мемные, когда ты просто спотыкаешься, падаешь, это похер. Но вот пингуля порой прям... Ну вы сами видите. Да, я реально у себя на экране уже на финише, короче, был, и я вытянул назад. Поздней регистрации, чуваки, в турнир нет, поэтому до 20-30 успеете зарегаться. У кого нет турнира, то, возможно, вы, не знаю, Покер Старсочек качните, или я не знаю, чего качнуть. Но вообще в идеале, если вы все делаете по ссылке, то все нормально. Я просто знаю, что у некоторых не работает. Без VPN или еще что-то, у меня спокойно работает. Блин, опять это, чувак. Я надеюсь, я без хвоста буду. О, да, найс. Карту нужно привязывать. Ничего не нужно привязывать, чуваки. У нас просто два чела ливнуло, по-моему. Если чё. Это зеленые чуваки передо мной? Это же не мой чел.
Так, у меня такое ощущение, как будто очень как-то мало людей. Ну да, пустовато, на центре вообще пусто, чел. Вот это какой, блин. Да хватит падать, пожалуйста. Я похвалил мемные падения, но не надо теперь пока доделать. Нашел. Так, мы тут чилим вдвоем с челом, но еще 40 секунд. У нас тут вообще никого нет. Так, кружка, это моя? Нет. Блин, эти скины с белым, это хрен поймешь вообще. Серьезно, нас сейчас отберут. Задержи его. Фу. У меня что-то тяжело этот раунд, вообще никого. Просто догнать. То реально такое ощущение, что мало народу, я просто бегу за одним челом, его никто не подстопит, ничего, я просто бегаю за ним. Анте — это обязательная ставка, но не блайнд. Подсадку будем пробовать? Я не знаю, а как? Ну, не знаю, друг с другом, наверное, как говорили, легко, типа. Ну, чату-то все легко, мы же простые люди. Вообще тяжело представить, как можно с другого чела прыгнуть. Да нет, обычно... я даже сейчас представить это не вообще, да, вот я... Не, забей, просто забей. Может, она не настолько высокая? Хотя, блин, она капец какая высокая, так, стена. Так, тебя ничего не спанул. Блин, никого не зажжёвывают, хотя двое улетели. Не-не-не, ну, вообще не прям. Не надо, не надо так. В финале прям не был. Интересно, вот так прыгаю близко к краю, может кто-то прыгнуть в меня с, ну, ласточкой и скинуть меня нахер? Ну, скорее на голову кто-то, если тебе приземлиться. О, ты... улетел. О! Космонавтик, походу. На его месте мог быть ты, кстати. Не-не, он как-то прыгнул вперед, вот как раз как я объяснял. О, там вот чел... видишь, наверху, да, вот как он... Вот в канале началась, когда просто все... Чел, я умер на 0-0. Блин, напрягает. Что происходит-то? Ты умер? Не-не-не, я норм. Что происходило? Почему всех засасывает влево-вправо? Почему? А, ты упал, блин. Я просто шел по прямой. Началась вот эта вакханалия, когда всех засасывает просто. Мне, кстати, кажется, на стенку на эту можно запрыгнуть, когда она еще не идет, типа вниз, типа спрыгнуть. А-а-а, в натуре. Блин, чел, футбол на двоих, я так хотел. Я бы сыграл. Тут еще синих меньше. Чуваки, не надо писать прими заявку. Кто пишет прими заявку, того выкидываем сразу из клуба. Блин, вот как раз мало людей еще было, тут можно прям побить было четко. Да, да, и в конце, лол, если вы синий, вы... ты синий? Нет, где нет. Синих четверо, чувак, у них финал четвером будет. Так я проигрывал вот так уже.
Но у них хвост, наверное, будет. Капец, это как он так ударил? Как я так ударил? Ой, хорошо. Ну пока плотненько так, потому что их меньше на одного, блин. Ну хорошо пошло, но у них вратарь есть на месте. О, все, гол, это гол, это на мид можно идти. Да, я снимаю. Точно гол? Да, ну, конечно. Там чел упал, раз, ну, два. Ну, хорошо. Все, все, пошло, еще раз. Ах, плохо. Ну, там чел помог тебе синий, лол. Пошла, ой, блин, а вот это как не попал. Да, нормально, три есть. Блин, ой, надо вот прыгать, это... короче, это как хукать в вовере на пудже, типа, блин. Нужно ждать, когда он ударит, и потом прыгать самому, типа. В смысле, а при чем хукать на пудже в вовере? Ну, типа, нельзя хукать первым. А, ты об этом? Да. Тилиндерман, спасибо большое за 7-й месяц подписки, спасибо большое. Ну, все, чуваки, да, все заявки конечно, сами вручную да. принимают, не переживайте, господи Иисусе. Турнир 35 минут еще. Туда его. 29 минут чекните регистрацию, нажмите, ну, заявку, нажмите регистрироваться. Если не будет, ну, значит, Саня не принял, значит, не смог в соляну. Тут нет смысла переживать, паниковать. Там смотри, нежится у наших ворот уже. Не играют, ребят. Я тоже к ним пойду. Че тут синий? Блин, ну я, наверное, кстати, не успею тогда еще одну сыграть, раз тут финал. Очка. Блин, ну финал на пятерых, лол. Сказка. То есть шанс около 20% уже изначально, учитывая, сколько там кто еще будет, там какие челы. Блин, надеюсь, не клетки. Да, клетки — это мега душно, когда так мало народу. Вообще супер душно. Я бы даже, наверное, не прыгал, я просто бегал бы. Хвост. Давайте болеем тогда за флешку и идем покерец. Там 8 начала, да, уже получается? 8:30. Я просто, ну, я перезапущу с задержки, пока посижу, попержу. Открою, чтобы люди не спрашивали, как зайти, просто сразу открою. Так, ну тут пока чилить можно. Видишь, прыгает, падает. Я так понимаю, это зависит от высоты. Мне кажется, это еще от рандома зависит, как приземляется. Блин, возможно тут 2 минуты просто бегать? Я даже просто отнимать не особо хочу. У тебя какой-нибудь опять петушара попадется жесткий? Ну я сам жесткий. Но как минимум того петушара здесь нет, поэтому. Ну тут лосики какие-то вообще по ощущениям. Да, блин, если я тут отлечу, это будет очень обидно. Ну, просто минуты еще осталось. Чел, ты че? Заснул? Да, Давай, я к тебе за спину смотрю, короче, постоянно. За тобой пеликан в трусах, будь осторожен. Трое сзади тебя. Режут тебя справа. Нормас. Чел чистый, это катается. Hello. Как там этот? Hello Darkness, Smile Friend, или как? Smile Friend? Old Friend, да. Так, тут надо навстречу ему. Ох! Он тебя переиграл. Ты думал, он тебя переиграет? Ладно. Ну, это он что-то жестко. Мне кажется, он тупил, думал, как прыгнуть просто, а не переиграл. Время есть. Ну, если он сейчас красиво прыгнет... Все, вот эта херня началась, когда все друг друга. Все, времени нет. Он просто может по прямой бежать. Ну, я, может, перехвачу. Такой рандом, там
какой-то просто левый тип как-то подбежал. Блин, короче, зря я остановился, я все смотрел, времени много-много, типа. Залевелил нуба, это вот ты сейчас в покере спадешь, называется залевелил нуба, который просто не знал, как прыгнуть, а ты говоришь, я прыгну навстречу, а в итоге он даже не хотел прыгать. Такая, ладно, спасибо за компанию, погнал я в покерец, перезапускаю стрим, не задержка. Давай, удачи, если будешь играть. Спасибо. Так, чуваки, ну что, отлично, ребята, какие чуваки, отлично поиграли. Вырубаю стрим, подрубаю с 3-минутной задержкой. Так, free roll. Вот, с 3-минутной задержкой и, короче, через 3 минуты стрим включается. Все, давайте.